Биологические очистные сооружения, сокращенно БОС, стратегический объект, который обеспечивает жизнедеятельность столицы Чувашии и города-спутника. Поступающие стоки проходят тщательную очистку. В итоге в Волгу уже попадает обеззараженная вода. О современных технологиях очистки в нашем следующем сюжете. Так выглядят стоки, которые поступают в приемную камеру биологических очистных сооружений в Новочебоксарске до очистки. То, что там полно всяких неприятных и опасных для экологии примесей, видно невооруженным глазом. Тем не менее, пробы отсюда постоянно отправляют в лабораторию. Специалисты должны точно знать состав и в случае превышения каких-либо показателей, к примеру, тяжелых металлов, принять меры еще до того, как стоки пойдут на очистку. Не менее тщательной проверки подвергают очищенную воду, которую сбрасывают в Волгу. Действует лаборатория с момента основания самих очистных, то есть 1967 года. За это время многое изменилось. Одни из самых современных приборов стоят в так называемой хроматографической группе. На каждом хроматографе определенные анализы делаются в зависимости от детектора. Здесь, на этом приборе, мы определяем содержание метиленхлорида, хлороформа и 4-хлористого углерода в сточных и очищенных водах. Это опасные вещества, это органика. Вредоносное действие органических примесей заключается главным образом в окислительных процессах, в результате которых в воде уменьшается содержание кислорода. Несложно представить, как это может сказаться на обитателях Волги. Не менее опасны тяжелые металлы. Они нередко содержатся в сбросах промышленных предприятий. Их наличие в воде проверяют в физико-химической группе лабораторий. Железо, медь, цинк, кадмий, свинец, кобальт, никель, хром. Специалисты говорят, у каждого из металлов свой спектр. На этом основан принцип работы сложного прибора со сложным названием атомно-адсорбционного спектрометра. В общей сложности воду проверяют по 37 химическим показателям, а еще на наличие 6 опасных вирусов и бактерий, таких как сальмонелла. Оборудование каждый год меняется. Мы устаревшее все оборудование и приборы мы все поменяли на новое, которое обладает большими, высокими техническими характеристиками. Кроме воды, сточные, очищенные, в лаборатории проверяют воздух и почву в санитарных зонах предприятий и местах хранения отходов. В прошлом году лаборатория получила аккредитацию на проведение разного рода исследований. Теперь здесь могут выполнять анализы на заказ, к примеру, для предприятий республики. Результаты считаются точными и достоверными, а значит, самая большая река в Европе защищена. Во всяком случае, от отходов жизнедеятельности двух городов. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.